Я поднялась на 8-й этаж высотки, чтобы заснять вид из окна коридора в сторону Айсмола. Вот на той стороне водоема мы находились, прокатились на велосипедах. Это все еще территория нашего отеля, сцена. Там, значит, два маленьких футбольных поля. Там за деревьями прячется теннисный корт. Заброшенный какой-то бар. Я думаю, летом, когда здесь наплыв туристов, там все работает. Свободная территория, некий паркинг. Ой, а вот это вот какой-то парк аттракционов царя Соломона, если я правильно называю. Что-то там, какая-то прям разруха. Скорее всего, ремонтируют какие-то отдельные помещения. Вообще он работает. Ну вот, мы дошли до этого парка детского. Нифига он не работает. Тут какие-то ремонтные работы. Все пальмы высохли. Полная разруха, куча мусора. Вот, зато на другой стороне вот такой вот шикарный арабский какой-то отель. У этого отеля там свой спуск к воде. Пустота, никого нет. А мы-то хотели развлечений. Еще раз вид на наш отель. Он маленький, компактненький, но все там есть. Рядом все соседние такие огромные. Так, здесь какая-то остановка автобусная. А вот автобус. Интересно, куда он идет? Эти миниатюрные цветочки, маленькие ромашки. Ой, какая красота! И белые, и розовые. Ну все, вот он такой наш отель. Восьмой час вечера, 1 мая, город Эйлат. Сегодня 1 мая, день памяти жертв Холокоста. И никаких развлекательных мероприятий не проводятся. Все аттракционы замерли. За
вот нашего отеля к дороге, повернув направо, можно дойти вот до остановки. Здесь останавливается 15-й автобус, который идет по египетскому, в египетском направлении до всяких развлечений: Дельфиньего рифа, Кораллового рифа, обсерватории и до самой границы с Египтом. Он ходит раз в 15 минут примерно. Хотя мы вроде прождали минут 20. Вот. А обратно оттуда идет 16-й маршрут.
Как дела? Посмотри, какая-то поменьше.